Невельский городской округ присоединился к всероссийской лыжной гонке «Лыжня России-2023». По уже сложившейся традиции, всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта на лыжной базе села Горнозаводск. Сегодня действительно самая масштабная лыжня в нашей стране. Сегодня от Камчатки до Калининграда все участвуют, все соревнуются. Мы это делаем первые, потому что у нас утро. И я думаю, что мы покажем результаты всей стране. Поэтому сегодня, уважаемые участники соревнований, я желаю всем победы. Сегодня не будет проигравших. Сегодня все большие молодцы, что участвуют. Но, тем не менее, пусть победит сильнейший. В этом году на старт вышли воспитанники и обучающиеся образовательных учреждений, рабочие коллективы предприятий и организаций Невельского района, любители лыжных гонок и все, кто неравнодушен к здоровому и активному отдыху. Организаторы гонок подготовили для всех лыжников 5 дистанций в соответствии с их возрастом. После прохождения дистанции участники соревнований могли согреться горячим чаем с вкусной выпечкой, а для маленьких спортсменов были организованы веселые старты. Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и медалями соответствующих степеней. Служба информации Невельских новостей.